Буэнос диас, братва. Ядерно-разрядной заряд выше экрана — это значит, что мы продолжаем искать братана. Это контрол. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Поехали. Так. Паноптикум, говоришь? Угу. Блин, да задолбали вы чесать на фоне, а? Так. Сектор содержания. Ёлкин сок, а? Так, аудиозаписями сейчас слушать лениво. Так. А ну-ка, ну-ка. Так. Блин, что я делаю? Ага, не все так просто. Так. Ага. Побежали, побежали. Раз, два, три. А. Так. Поехали. Тут без вариантов, что называется. Как бы не пришлось кого-нибудь отхерачить по дороге. Ой, а чё это за шум удал? Короче, идем куда идется. О, чуваки, а чё вы тут зависли? Ля, тварына. О, еще один летит там, за опорой. Ну и как тебе стульчик на вкус, скотина? Сбитие засчитано. Так, тихо, мирно, не шурша. Летит огнетушитель себе в хлебало. Вы чё, собаки, совсем оборзели? Или где, я чё-то не понял. Так. Фух. Пронесло. Кажется. Ух ты, собак. Заметьте, я еще почти ни разу не получил по наглой рыжей морде. Так. Когда ж вы, сволочи, кончитесь-то, а? А ну-ка, иди сюда. Не, в открытую лезть не стоило. Но, тем не менее, вариантов у меня особо не было. Ёбаный свет. Так, я здесь все-таки похоже, не один. Так, кроме как сюда, у меня вариантов нет. О, опять висячие.
Ах вы собаки. Вот ублюдок, а. Ты глянь на него. Вот же мать твою. Да ёшкин кот, а? Когда ж вы кончите с собаки? Блин, я забыл, как менять форму оружия. Хамуха не уследил. Ну, бывает. Ладно, попробуем повторить номерок. Тошно это все, конечно, но тем не менее никуда не деться. Ну еще, поехали. Мне чё, вас задолбать опять надо, что ли? Всё-таки сбил. Так, сначала надо все воздушные цели отработать, а там уже разбираться по дороге, что к чему. И помни, что вот такое может быть. Сканящие взрывоопасные. Так, вроде зачистил, а вроде нет. Да, есть сбитие. Отлично. Так, это грена летела или что? Ага, ты все еще жив, значит. И забью, сказал. Ты че, охренел, псина? Ага, так, тишина и покой. Отлично. Ну и вонище. Так, и надо помнить, что там где-то есть гранатометчик. А вот, собственно, и он. Собачье вымя.
Сюда иди. Собойка. Господи, как не кстати, эти две тварыны прилетели. Так, ага, еще один. Ну, этого ожидает кресло в голову. Так, чисто ради разминки. Так, чё, кто-то еще есть? Так, отдел логистики. Так, мне, судя по всему, в ту сторону. Потому что вариантов тупо больше нету. Так, охрана и паноптикум. Так. Ну, тут без вариантов. Так, сесурити. Так, медицинское крыло. Давайте попробуем. Опа. Так, я ясен, пень тут не один. Так, в Close Combat мне их не взять. Угу. Значит, подходи по одному. Я ваш мама делал. Так. Дотянулся. Так, хреново, конечно. Ребятишки активно юзают гранаты. Так, чё, я здесь не один, что ли? Ага, болты. Так, хеппи. Так, аптечки или что-то подобного, внутрях-то нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, какие-то сопли на полу, ёлкиные дети. Опа. Так, дальше я в любом случае... Ой-ой-ой-ой-ой! Значит, придется вышибать из них дур руками. Последний.
куда я залез, я так и не понял. Ну, было весело. Мягко говоря, не очень лестно выражаюсь. Угу, так. Куда-то сюда Опа! Вот черт, как плюется точно, а? Так, медицинское крыло. Заходчики отрубили одним из первых, как я понимаю. Блять, как ярко. И разбить не вариант. Так, нахрена я вообще через медицинское крыло ломанулся, не знаю. Но чует моя задница, будет весело. Так, а ну-ка. Excuse me, what the fuck? Ну, сразу оторвать огнетушителя от стенки, чтобы было кого-нибудь в гычу залепить. Тут есть что, второй есть? Чё, есть кто в домике? Кому-то охота огнетуша на вкус отведать. Оу, 5, подходи, не стесняйся. Или здесь просто зачистить точку и... P6 is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? P6 cell. Так, а нахрена я фонарик дернул? Ага, дверь с черной пирамидкой. Все как обычно. Звонок. Комната пере... Чё? Наркомания какая-то. Так, перевернуто. В нормальном положении. Так, ключа не видно. Ладно, хер с вами. Третий удар. Картина, говоришь? Вот только толку с него, как с козла молока. Правда, когда козла дуешь, он еще и улыбается. Так. Пробуем еще раз ударить. Так, но здесь почему-то... О, нормалды. И ключик. Угу. То есть положение картины. В третьем номере влияло на первый. It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. Kind of man he'd grow up to be. Things as hard for him as they were for me. Maybe in here they were even harder. Опа. Oh, hello. Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to be inside. New director? Right.
Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept... Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV? It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it. for hours. This is a 500P we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. Вот же сучка. Так. А мы на этом моменте прервемся. Спасибо всем, кто нас смотрел. Луис, пиписька. И до скорого. Адьос, братва.